часа ночи, что... Что случилось? Случилось, Маша. Что случилось? Что случилось, Саша? Это случилось. Я только что из лаборатории. Мне удалось... Маша... Десять лет я шел к этому. И вот сегодня все подтвердилось. Вот она. Милый мой, я тебя поздравляю. Ты замечательный, Санечка, как я тебя люблю. Ты только подумай, Маша. Ты только представь, что веками, тысячелетиями человечество мечтало об этом. И вот сегодня, сейчас, это стало возможным. Продление жизни. Санечка, а вы же провели испытания? Да. Все сходится. Все работает. Работает, Санечка. Кому ты дашь первую таблетку? Я уже дал. Уже? Твоей маме. Представляешь, все скрытые резервы организма наконец заработают. Все болезни отступят. Люди смогут жить 500 лет. Маша. Ты плачешь, Маша. Ты дал таблетку моей маме. Да. И она проживет 500 лет. Да. А может быть даже больше. Может быть даже больше, Маша. 800 лет. Sempre vivo. Живи вечно, Маша. Ты представляешь? Живи вечно. Sempre vivo, Маша. Маша, в чем дело, Маша? Это значит, что мы отсюда никогда не уедем. Почему? Потому что сегодня моя мама завещала нам свою